кто занимается игровыми видами спорта, такими как футбол, очень хорошо знают. Самое важное в обустройстве площадки для тренировок и соревнований – это покрытие поля. В спортивной школе Каргопольского района его пока нет. Однако в скором времени спортсмены смогут тренироваться в более комфортных условиях. Район получил 8,5 миллионов в рамках госпрограммы. Органы местного самоуправления Каргопольского района определяют муниципального заказчика, осуществляют закупку искусственного футбольного покрытия и организуют укладку покрытия, ввод в эксплуатацию и сертификацию футбольного поля.